14 августа «Металлург» принимал на стадионе «Северный» в Нижнем Новгороде лидера зоны «Центр» 2-го дивизиона, команду «Калуга». И вновь, как и в предыдущих матчах, счет был открыт в самом начале игры. Уже на 5-й минуте проход Дмитрия Столярова завершился мягкой подачей, и Максим Процеров головой отправил мяч в сетку ворот ФК «Калуга». Через 8 минут наш вратарь Александр Давыдов спасает команду от гола, парировав удар метров с 10. В конце тайма Дмитрий Столяров мог удвоить счет, но его удар пришелся рядом со штангой. В начале второго тайма гости провели очень опасную атаку и едва не сравняли счет. Удар с угла вратарской площадки был чуть выше. А на 70-й минуте после быстрого розыгрыша штрафного Алексей Косоногов пробил в перекладину. В дальнейшем счет не изменился. Во многом благодаря блестящей игре Александра Давыдова, который признан лучшим игроком матча. Итак, первая победа «Металлурга» в сезоне 1-0 и сразу над лидером. Набрав 5 очков в 6 играх, наша команда занимает 13-е место в зоне центра.